Привет. Это очень-очень странный уровень. Вымеряем вот здесь. Хватаем супердробовик, убиваем пинки. Так, поднимаемся вот сюда. Прикроемся спектром, убьем этого чувака. Добьем спектра. И вот это вот. Вот это вот уже я сказал. Хватаем эту штуку. И добиваем тут остальных. Так, я очень надеюсь, что... Ой. Но они меня не заблокировали, уже хорошо. Так. Все. Здесь еще один миниганчик. Спускаемся сюда. Убиваем всех этих ребят. Вот здесь еще заранее этих расстреляем. Спускаемся вот сюда. Тут будет пинки. Так. Перейдем в эту дверь. О, еще пинки спустился. За этой дверью ждет Hell Knight. Так, замечательно. Берем красный ключ. Бьем пока этого импа. Остальные подойдут попозже. Этих ребят уничтожаем. И этого импа, про которого я вечно забываю. Так, эти подошли. Взрываем бочки. Замечательно. Так, этих убиваем. Замечательно. Нужно собрать здесь все ракеты. И в первую очередь я хочу зайти сюда. Убить вот этих вот монстриков. И вот здесь будут черепушки подниматься постепенно. Их тут некоторое количество. Пока они это делают, зайдем сюда. Упустим этот лифт, который дает нам ракет-лаунчер. И стараемся убить этого скелета. Нормально. Далее, как и демоны. Отлично. Здесь за углом еще зомби. Все, теперь уже знакомый нам лифт. Нужно использовать для того, чтобы подняться наверх. Потому что наверху нас ждет синий ключ и хит-сканеры. Забираем это. Так, поднимемся здесь, потому что это быстрее. Как там наши черепушки поживают? Ага. Они должны быть все. Заходим сюда, говорим привет. Им нужно еще сходить вот в это место. Так, здесь все. Да. Вот в это вот место, потому что здесь открывается стена с импами. После какого-то момента. И они прячут здесь рюкзак. Потерянных душ я убивал, потому что, напоминаю, они считаются как убийство у Джизи Дум. Так, вот эту броню будет тоже хорошо взять. Это не секрет, но она полезна. Отлично. Идем к синей двери опять. Да, к синий. Уже в теле прилетело. Отлично. Хватаем плазму. И убиваем дальше. Взорвем эти бочки на всякий случай, а то они иногда взрывают меня. Плазма еще лежит. Так, мы пойдем сначала вот этим вот путем. Убиваем этих зомби. Собираем припасики. Так, я хочу еще пройти вот сюда.
Так, здесь открылась дверь с пулеметчиком, а здесь стринги. Это тоже не секрет, и почему-то это происходит. Ну, в общем, ладно. Я не против. Так, я думаю, есть смысл двинуть вот сюда. Чтобы потом не возвращаться. Здесь два зомби и два импа. И синяя дверь ведет в начальную локацию. Мы, собственно, возвращаемся туда, где мы были. Открываем эту дверь здесь. В клетке чувак с дробовиком. Тут мы используем плазму, чтобы устранить хэллоуитов быстренько. Так, ну отлично. Поднимаемся здесь, готовим ракетницу. Ракетницу, да. Потому что манкубы. Просто спамим ракетами. Еще парочка импов. Вот эта стена должна открыться. Так, еще нет, да? Пройдем еще дальше, значит. Вот сейчас. За ней тоже секрет. Как вы думаете, что? Ну, догадайтесь. Мегасфера? Нет, пулеметчик. Так, и еще на этой вот арене открылись стены с импами. Да, кажется, это все. Тут вроде... Да, вот здесь еще открывается стена. И как раз таки здесь настоящий секрет мегасферы. Как я уже говорил, очень-очень странная карта. Да ладно. Здесь еще два шотганера. За дверью несколько имбов. И нам еще нужно в этот портал. Забрали здесь желтый ключ. И идем к выходу. Здесь есть у выхода очень полезный секрет в конце. Ага. Так, проверю. Стоп, еще один кто-то же. Я очень надеюсь, что это не черепушка. Секунду, я... Он где-то в том дворе. Где-то вот в этой местности. Придется спускаться. Так, ну и где ты? Ай, ай! Авто... Скотина. Откуда он вылез? Нет, серьезно. Ладно. Пусть это будет тайной. Так, ну теперь-то у нас все есть, да? Да. Все убийства и все секреты. Идем к выходу. Да, вот такой вот мастер уровень. Но он очень странный, то есть вот эти вот все секреты с... Ну, даже вот первая вот стена, которая вот там открылась, с импами, которые охраняли рюкзак. Я не совсем понимаю, что именно способствует ее открытию, потому что в прошлый раз, когда я делал все вот то же самое, у меня почему-то не открылось. То ли где-то пройти надо особенно, то ли что, в общем, очень странно. Но... Какое-то извращенное удовольствие я от прохождения получил. Я не знаю почему. Очень нетипичные секреты. Нетипичная карта.
чуть пулеметчик в конце, который появился, не пойми откуда. Ну да ладно. Главное, что мы справились. Ну, собственно, это все. Спасибо за просмотр и всего хорошего.